прежде чем говорить о прогнозе, возникает, может быть, у слушателей возникло, с чего это вдруг неожиданно таким образом у нас начинает формироваться подобного рода события. Ну, первая главная причина, она связана с тем, что Черное море уходит в зиму с очень высокой температурой воды. Угу. Понятно, что с таким перегретой водной поверхностью она никак точно не сможет уйти на зиму. Поэтому над Черным морем сейчас из-за высокой температуры воды, особенно в нашем секторе Черного моря, там почти 25 градусов температуры воды, создается такая, значит, теплая подушка. И в нее сейчас активно внедряется, входит холодный воздух северо-восточной части европейского континента. Холодный воздух, входя на равнину Черного моря, не встречая, по сути дела, сопротивления, разгоняется и заворачивается в такую воронку мощную, которая имеет вот такой вот, значит, достаточно большой диаметр в несколько сот километров.